Что касается российской журналистики, к счастью, у нас она есть. Есть настоящие журналисты, преданные своему ремеслу и действительно готовые и стремящиеся писать и доносить информацию правдивую, честную, в том числе нелестоприятную, например, для властей. То, что, к сожалению, многим, чтобы выжить, приходится поступаться своими принципами, то, что власть всячески старается лишить народ свободы слова, а журналистов свободы профессии, это реалии сегодняшней жизни. Но для этого как раз необходимо вместе с журналистским сообществом серьезно переработать закон о средствах массовой информации. И здесь я считаю, что главное слово как раз за журналистами. Мы, депутаты, как юристы, мы можем необходимые положения или необходимые месседжи, если угодно, обличить форму норм закона. Но сама идеология и сами принципы работы журналистов Российской Федерации, работы средств массовой информации, взаимоотношения учредителей и редакции, допустим, с владельцем того или иного средства массовой информации. Это все вопросы, которые должны сформулировать и ответы на них сами журналисты. Вот это мой подход.